У мужа что-то выздоравливает, сразу заболевает, что-то другое. И он на работе, он бодро работает, а дома ни на что руки не доходят. Что делать? Когда мужчина дома не хочет работать, это говорит о том, что у него нет секса. Тестостерон работает, нет тестостерона, не работает. Ленивый мужчина, ставьте тире и пишите, нет тестостерона. Что делать с этим тестостероном? Первое, смотрите, мужчина имеет желание, но у него ничего не происходит. Имеет желание, но ничего не происходит. Организм многократно выделял тестостерон, чтобы была интимная жизнь. Потом говорит, да сколько можно, я выделяю тестостерон, на кой он тебе нужен? И после этого краник прикрывает, говорит, все, не надо тебе этот тестостерон, ну его в баню. Все равно ты ничего не делаешь, ни к жене, ни к людям. И вот что происходит, тестостерон уменьшается. И тут нужно либо тестостерон, либо возобновлять. Либо возобновлять. Как возобновлять? Интимные отношения. Чем старше мужчина, тем, если хотите, чтобы он работал дома, дома должны быть стабильные, хронические интимные отношения. Нравится, не нравится, нужно, не нужно. А кому легко? И второй вариант, просто покупаем ему мускус и трибулус, это препараты моей компании, и даем. Тогда это все стимулирует у него тестостерон, начинает он появляться, и он хочет работать. Вот так.